Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк. Мы продолжаем проходить Command and Conquer. Миссия, блин, сложная. Хочу вам сказать. Так, что у меня? Это мне, короче, надо... И здесь защищать, блин. И туда ехать. Yes, sir. Ready and waiting. Yes, sir. Вот, блин. Быстрее! Быстрее туда. У твари, блин. Бегут, бегут, смотри уже, сволочи. Так, давай-ка сделаем. Сделаем гренадеров. Вот сюда их поставим. Yes, эх, черт, дери. А что мне надо-то? Из-за санкций. Так, после подразделения используйте ремонт, все, что будет держать подразделение. Все боевые единицы уничтожить? Да вы что, с ума сошли, блин? Каким образом я это буду делать? Так, здесь нет ничего. Можно проехать-то? Нет, тут же проехать нельзя. Но зато бабла нашел. Это хорошо. Так, тогда туда поехали. Танк. Да, давай. Building. Давай вот этих чуваков еще сделаем. Ну-ка сюда. Карту открыть немного. Главное, блин, не потерять боевую единицу. А то будет жесть. И так жесть. Я только солдат могу строить. Что очень плохо. Unit ready. Moving out. Affirmative. Так, там у нас танк стоит. Поехали сюда. Мне б снайпера какого-нибудь. Командоса. Technology. Который йо-хо-хо, блин. Moving out. Technology. Сваливай, сваливай, сваливай нафиг оттуда. Technology. Так, ready, ребята, ну-ка пошли. Идите вот сюда. Может, Харвестер их не замочить? Так. Что еще сделать? У кого-то кого? Гранатометчиков или пулеметчиков? Building. Давай, ладно. Гранатометчиков сделаем. Ух ты, чёрт. Мочи, гада. Они против танков, кстати, хороши. Танк их не очень сильно гасит, а они его гасят так порядочно. Блин, здесь Тибериум. Это плохо. Но надо на них уже напасть немного, чтобы они силы свои не скапливали. Гад. Завалил все-таки одного. Так, давайте, ребята, тоже туда.
Я их не повезу, пусть сами добегут. Yes, sir. Танк уже опять пострадал. Как ты успеваешь, а? Так, ну чё вы, где вы там? Ё-моё, как долго вы бегаете. Мы пока сюда пройдем. А, не дохните только, ребята. Я вас умоляю. А здесь нет ничего. А здесь ничего нет. Так, давай тогда обратно. Встреча на Эльбе. Пойдем сюда. Может, Харвестер завалить, блин. Не знаю даже. Здесь проход, походу, есть. Да, здесь есть. Опа! Мочи, 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 мочи. Мочи, 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 мочи. Мочи, 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 мочи. Есть. Скотина. Так. Почем вы, ребятки? По 300. Угу. Подкрадываются, сволочи. Давайте, давайте, подкрадывайтесь. Оп, террас построили заново, смотри. Хреново. Ну-ка, давай сюда. Unit ready. Опа, опа. Сзади подкрадываются, погляди-ка. Unit reporting. Acknowledge. Назад. Тупицы, блин. От тупицы. Ну-ка давай-ка сюда. Уж ты-то успеешь проскользнуть. Поехали, поехали. Ага. Ага. Обратно давай. Сейчас садим этих ракетометчиков и туда везем. Че, сдохли, козлы? У нас инженер еще есть. Блин, пушку построили, сволочи, опять. Жалко здесь не пройти, пройти только тут можно. Это хреново. Ну, да стрельните до сюда. Молодцы. Мочите вы его уже, блядь. Чёрт. Отступаем! Быстрее! Быстрее отступай, ё-моё. Блин, сейчас замочат эту мою фигню. Давайте, давайте, быстрее рассаживайтесь. Надо прям толпу собирать и идти сюда месить их, блин. Жалко, технику я не могу строить, вот в чем дело. Быстрее, 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 давай, проезжай. Высаживай и
Сваливай на базу ремонтироваться. Так, сюда. Потом туда, чтобы он на танке не нарвался. Давай, иди лечись. Да ё-моё. Сейчас прибежит еще толпа. Э, ты где? Есть. Чё это я им замочил? Да, с пулеметчиками им хреново будет сражаться. Ну да ладно. А если здесь пройти по мосту? Интересно. Чё, блин, убили что ли мою эту? Точно замочили, нету ее здесь. Давайте, давайте, ребята, с танком там справляйтесь. Вот это опасная хрень. Да блин! Мочи ты ее быстрее! Молодец! Не хватало еще эту фигню потерять, блин, ракетницу. Тогда вообще капец будет. Вот, блин, по сотке стоят. Давай 10 человек сделаем, пойдем сейчас толпой прям. Мочите, твари тут. Молодцы. Так, кто это у меня тут? Это у меня танк. Танк это хреново. Подлечись. А инженер может, интересно, пушку захватить? Его замочат, блин, он не добежит. Не, он пушку не может захватить. К сожалению. К сожалению, пушку он захватить не может. Что там еще один, да? 10 же я их заказал. Ну-ка, ребята, пошли-ка. С этой стороны попробуем зайти. Толпа такая бежит. Тын-тын-тын-тын-тын. Баблишка-то мало стало. Денежоток-то мало стало, ёкарный бабай. Гаси, гада. Блин, тварь. В толпу херачит. Готов. Мою тактику использует, сволочь. Чё, огнемётчик бежит. Скотина. Ага, ага, посуетись там. Стоим на мосту. Фига, блин. Тваря. Против него этого надо.
Building. Unit ready. Building. Ну-ка сейчас такую комбинацию Unit сделаем. Ready. Сволочи, а? Building. Вот сволочи. Как бы до вас добраться-то? Может танки туда Unit послать? Ready. Unit ready. Building. Unit ready. А то я только бабки трачу. Unit ready. Building. Два танка мало. Очень мало. Unit ready. Building. Unit ready. Ну, постойте там. Ты сволочь, бы. Куда ты едешь, козел? Тихо. Пацаны, блин, стойте. Да как же так, а? Вы чё, блин? Трындец, конечно. Взяли своих же, перебили. Перекрестным огнем. Не попади опять по своим. Ракетницы хороши, конечно. Но своих херачить, это, блин, извините меня. Давай танк туда пустим тоже. Готов. Хорошо, они защищены, очень хорошо. Чё карта-то так открывается прям медленно? Ага, я тут еще и не пройду. Вдобавок ко всему. Ну прекрасно прям. А нет, вот здесь, наверное, пройду. Что там у нас? Вдруг ящичек. Какой нахрен ящичек? О, обратно давай. Да мочите у его, вы чё как эти-то? Ништяк. Вот это хорошо. Потихоньку двигаемся. Копим пока ресурсы. Деньги, то есть. Так, ещё у нас тут. Тут еще один мост у нас, блин. Охренеть. Кто стреляет? Спрятался тварь за деревьями, его и не видать ни хрена. Так, танк, ты сзади давай. Пошли через мост. Ё-моё! Кого там гасят-то? Ой-о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 й
Танк, ну-ка давай обратно. Езжай обратно сюда. Unit ready. Unit reporting. Building. Yes, sir. Affirmative. Unit ready. Building. Unit ready. Yes, sir. Roger. Building. Так, а вы давай на разведку пойдем. На разведку, на разведочку.
Подкрадемся с этой стороны, попробуем. Ё-моё, что-то денег вообще ни о чем не осталось. А где мой Харвестер? А что с ним такое? Он сдох, что ли? Его убили? А нет. Текстуры так сделались. Ох, етить колотить-то, там армия пошла целая. Походу, с этой стороны надо к ним подкрадываться. Ах ты тварь! Ну вот ихняя база, блин, грёбаная. Мочи, может у меня получится тогда вызывать эту поддержку артиллерии. Бегут, бегут, блин, козлы. Ну, мрази. Ну-ка, давай сюда, чё они там разбегались? Хитрые какие мы. Хорошо, что они не стреляют отсюда. Так только что-то прибегают и убегают. Давай мочи его. Ты же меня быстрее, блин! Быстрее сваливай оттуда! Фига себе, блин! Против танка она слабовата, конечно. Yes, sir. Чё стоим, чувак? Так, как пойдете, каким путем, пацаны? Только не тем, ё-моё. А то вас там прихлопнут, как комаров. О, правильно. Правильной дорогой идете, товарищ. Эти уже тоже приготовились. Да, долго ты будешь стрелять. Yes, sir. Right away, sir. Долго ты будешь стрелять, однако. Тяжелый пулеметчик. Что-то бабло плохо накапливается. Прям очень плохо. Маловато будет, маловато. Долго они бегут. Жаль, тут к ним не пройти, ё-моё. Пройти к ним можно только вот здесь. Здесь тоже навряд ли пройдешь. Просто можно сверху пострелять. Пацаны, вот бегите, беги, бегите вон там, вот как можно дальше. По вам не стреляли. О. Давайте, дайте жару им там. А блин, они на меня идут нападать, сволочи. Приготовились вон там толпой. Так, танк привез еще один. Сволочуга. Быстрее! Да ёкарный бабай, вы чё такие слабаки-то? Я офигею, а? Ну спасибо. Пошёл вон оттуда.
блин. Yes, sir. Ты не можешь жрать этот тибериум там, где безопаснее? Сейчас ты его тут сожрешь, они с этой стороны будут меня херачить. Вот 100%. Здесь не дадут тоже. Невыгодная у меня прям вообще позиция, я вам скажу. Вот вообще невыгодная. Ну и чё тут, блин? Остались сгустки. Этих я не взорву. Очень они сильно дерутся. Надо сюда танки подвести и танками их захерачить. А танки мне там нужны. Может, один танк подогнать сюда? А он едет уже, сволочь. Тварь. Тварь! Ненавижу тебя, мразь. Yes, скотина. Ну хоть убил его, и то хорошо. Сволочь, блин. Пора уже нападать. Прям хорошенечко напасть надо. Не, у меня эта фигня не появляется. Значит, еще где-то ПВО есть. Очень плохо, очень. Давай, давай, есть, сэр. Сюда вот езжай. Там тебя пехота будет прикрывать. Сначала вот это вот замочите. Вот, молодцы. Давайте сюда дуйте. Вы тоже. Сначала сюда. Так, что у меня там? Тебя подлечить надо. Гаси ее. Давай, давай, гаси. А то ишь ты, блин. Расслабились они. Сволочуги. Так, что у вас там интересно есть еще? Так, они здесь пошли. Они здесь на меня пошли. Ребята, давайте все вместе сюда. А, не успеют. Не успеют добежать. Друг друга взрывают, вот в чем дело. Мочи, мочи их, не завод гребаный, чтобы они больше не делали ничего. Танк, сволочь, сейчас помешает. Развалите его нахрен. Сюда, сюда, давай, сюда. Эти вообще, блин, получается бесполезные пулеметчики. Танк их разваливает только как за здрасте и все. Ну, проезжает по ним и как бздец. Yes, sir. Moving out.
Давай, давай, мочите его. Так, вот эту херню раздуплите тоже. Кто там еще бежит? Вы сразу его и замочите. Догоните и убейте его. Есть. Лишь бы новый не поставили. Надеюсь, не поставят. О, отлично. Select target. Покажи им, где раки зимуют. Два самолета аж летит. Ебой. Ну чё, сейчас перевес-то должен в нашу сторону пойти. Так, этого замочили, хорошо. Тогда можно туда уже и не ходить, в принципе-то. Надо вот эти пушки разнести. Ну-ка. Подъедь как можно поближе. Хочу посмотреть, что там есть. Давай, вот это разнеси. Чтобы у них денег вообще не осталось. Как можно меньше. Сделаем ракетометчиков. А у нас-то там на базе все нормально? Вроде да. Быстро ремонтируют, гады. Очень быстро ремонтируют. Так, давай здесь ждем. Подкрепление ждем. Давай, давай, чуть-чуть еще. Есть. Правильно, гасите их нахрен. Не давайте пройти. А ты чё сгорел-то, ё-моё? А, это этот огнеметчик. Вот этого надо зафигачить, чтобы они толпой сгорели. Ух ты ж, черт! Я не понял, у меня что, танк завалили? А кто? Блин, прошляпил я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я танк прошляпил, а? Черт тебя дери, они теперь... Смотри. Прям строят конкретно. Так, ладно, пацаны, давайте сюда идите. Есть у меня одна мыслишка. Одну ракетницу туда отогнать. Куда ты бежишь, тварь, блин? А то они что-то солдат прям шпаклюют одного за другим. Отсюда я, может, ракетницы фигану по ихнему этому. Бараку, который солдат делает. Когда, как танк успели размочить, а? Капец, вот это я прошляпил, конечно. Авиаудар так долго делается, ужас. Ух ты, черт. Так, где ты? Танкеточка моя. Давай быстрее, а то они там, смотри, уж какую армию пехоты создали. А. Все готово. Гаси, тварей. Yes,
Надо так встать, чтобы они... Вот там молодцы. Вот умницы. Вот отлично. Еще дело за малым осталось. Добить всех солдат. Вот эти две пушки вонючие. Но отсюда я не дострельну, да? Да, отсюда я не дострельну. Плохо. Надо сюда будет ехать. Так. Вы куда там бежите? Блин, огнеметчики твари, а вообще жесткие. Yes, давай на подмогу к своим быстрее. А еще пока объедет, блин. Хотя они и так справляются. Отлично. Очень хорошо. Ну все, в принципе, солдат-то не осталось. Как и техники. Значит, едем сюда, гасим вот эти две. Мочим этот и... До свидания. Харвестер еще начнет мозга парить. Танк тоже сюда подтягиваем. Защищаться больше не от кого. Давайте быстрее, ребята. Эх. Дело осталось за малым. Что-то звук какой-то непонятный. Мы чё встали-то, а? Yes, sir. Moving out. А yes. Вы чё стоите? Right away, sir. Давай. Ready and wait. Moving out. Вы чё, тупите, что ли, ёп? Не знаете, как идти? Right away, sir. Vehicle reporting. Так, ты у нас вот сюда встаёшь. Подъезжаешь тихенько вот сюда и мочишь ее. На безопасном расстоянии. Я надеюсь. Да, нормально. Ты стоишь здесь и не даешь Харвестеру подъехать к моим солдатам. Вот так быстро? Так мочи этот завод ихний. Как раз пока там сам этот разгружается. Нормально. Назад. Да ёп. Макарёк, как ты чинишь-то его так быстро? Yes, sir. Не могу понять, блин. Да, подожди. Yes. Вы чё стоите? Давай бегом сюда. В принципе, у меня две пушки осталось. Раздолбить и всё. Сейчас ракетница вторая подъедет. Тогда мы быстро справимся. Чем вы чините? У вас денег нету уже. Все, блин. Остатками своими. Yes, нищенскими. Yes, ну, ракетницы, вы че? Не попадаю.
Я танком не хочу жертвовать. Вдруг он мне еще пригодится. Молодцы. Давай последняя пушка. Ты чё, блин? Ты. Фига себе. Это как так-то? Ишь ты. Ладно, давай все силы кидаем нафиг туда. Все. А кто еще остался? Я что-то не понял. Кто-то еще остался, раз не заканчивается. А, ну да, Харвестер же остался еще. Его что? А, нет, мы же его замочили. Значит, какой-то солдатик где-то или машинка стоит. Надо найти. Здесь нет никого. Здесь что ли? Ну-ка. Так, ты едь, починись. На всякий случай. Кто где спрятался-то? О, нифига себе, у них тут еще целое это. Ты погляди-ка. Так, у меня там авиаудар готов. Давай вот сюда куда-нибудь наведемся. Хотя не. Ты давай на починку тоже. Так, а вы что стоите? Быстрее на подмогу своим. Будете на добивание. Не знаю, ты пока доедешь, и, наверное, тут всех разнесу уже. К ядрине фени. Ракетницы хороши, но хлипкие очень, капец просто. Все готово. Куда там пистолетиком своим вонючим, блин? Кто сдох-то, блин, и как? Все. Все справились, блин. Ох. Десант высадился. Что дальше? Чем дальше, тем миссии дольше. Эти тоже наступают. Венгрия. Будапешт. Фига себе, блин. Целый Будапешт. Добро пожаловать в большую игру. Если Кэй ни разу не пытался натравить на всех ручных ниндзя и СМИ, значит... Блин. Я тут пока подменяю Шепарда, никто точно не знает, где он.
Но вообще сейчас не самое подходящее время для отпуска. Мы потеряли около 60% живой силы. Итак, вот ваша цель. Тут у нас река Гиверион, скорость течения около 6 узлов в час. А здесь, бункер и нот. И вот что от вас требуется. Уничтожьте бункер, чтобы я смог провести конвой. Можете устроить в процессе пару диверсий, чтобы не высовывались нодовцы. Главное, продержитесь до тех пор, пока мы не доберемся до их базы. А потом просто расслабьтесь и наслаждайтесь шоу. Мои парни покажут вам, где раки зимуют. Конец связи. Ё-моё, продержитесь. Так, ладно, дорогие друзья, будем держаться уже в следующий раз. А на сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока и удачи.